Привет! Сегодня смотрим с вами на мембранные водонепроницаемые перчатки от компании Dexshield. Это размер L, у меня где-то здесь указано, вон там указано, что это L-ка. У меня ладонь в обхвате 23,5 сантиметра, и получается на самом деле пограничный такой размер ладони между, соответственно, M, да, получается, и L. Вот, но я L-ку все-таки выбираю, она чуть-чуть, конечно же, может быть велика, но самую малость, вот, для моей конкретно руки. Но, по крайней мере, точно уж не мала, а вот с M-кой у меня есть некоторые вопросы, иногда чуть тесновато. Вот, ну, по крайней мере, вот так вот получается по размеру перчаток. Сами по себе смотрите, то есть указаны все эти размеры, то есть указаны и обхваты, получается, вот она, видите, medium это 20-23, large это, соответственно, 23-25. Это обхват, имеется в виду вот здесь вот так вот ладошки. Вот, но это все на сайте у официалов указано, все это можно легко прочитать и понять по размеру. Выглядит они классно. Вот это вот все светоотражающие элементы, которые замечательно просто смотрятся, и вот если видеть их именно светоотражайки вот, во время отражения света, то просто какое-то вот такое, ну супер, кстати говоря, внешний вид мне очень понравился, достойный. Тут у нас все сделано из качественных материалов, то есть они рассчитаны на различные виды спорта, активного отдыха, в зимний период, понятное дело. Представлены в разных вариантах, соответственно, размера, это small, medium, large и x-large, то есть, ну, XL, SML, XL, вот, то есть выбирайте по размеру, чтобы вам было удобно. Реально, перчатки очень удобные, они имеют сенсорную чувствительность, я не знаю, вот вроде бы, наверное, вот эта часть, ну, как бы я, по крайней мере, пробовал, сенсорная чувствительность есть на большом пальце, на указательном пальце, однозначно есть, работает, что тоже удобно, и молодцы, что это продумали, несмотря на вот такую вот довольно мощные теплые перчатки. Из перчаток Dexshield, наверное, это самый теплый вариант. И вот мне прямо сейчас даже аж жарко, потому что снимаю в помещении. То есть вот прям так вот, ну, чувствуется, что очень-очень тепло. Вот, мембрана функциональная Parelli. Соответственно, это у нас английская мембрана. Есть специальные усиленные такие противоскользящие ладошки. Они действительно не скользят. Ну и опять-таки усиление присутствует. То есть замечательно. Внутри получается очень такой вот мягкий-мягкий слой, приятно на самом деле, внутри он полностью, и внутри пальцев, вот везде такой вот приятный микрофлис, полиэстер получается, да, прокладка, вот, ну и нужно понимать, что самое, как бы, главное, это то, что мембрана Parelli, такая называется там Sky Dry, все дела, в общем-то, она прежде всего позволяет коже с одной стороны дышать, с другой стороны, соответственно, она полностью защищает от ветра, от влаги, вот, от сырости какой-либо, ну и, в принципе, перчатки, учитывая, что у них там несколько слоев, достаточно сами по себе теплые. Вот. Есть еще специальный термослой Prima Loft Gold. Вот. И, соответственно, какие-то вот такие вот специальные вот эти материалы, которые применяются, позволяют им быть очень теплыми и очень функциональными. Вот. Ну вот мы видим, соответственно, Prima Loft. И здесь я тоже видел про этот материал. Как бы есть некоторое описание по поводу того, как он работает. Вот. Что это у нас теплоизоляция без лишнего объема, да, влагостойкая, мало весит, но мягкая. И, в общем-то, состоит, видите, еще и из вторичного сырья CrossCore. Короче говоря, все это понятно, что нам рекламируют, но фактически это все-таки ощущается. Это приятно ощущается вот в этих перчатках. Мне очень понравилось то, что они теплые, ну понятно, что ветра влага защищенные, и вот эти вот отражайки мне, по крайней мере, ну, очень сильно привлекли в перчатках. Есть, кстати говоря, вот такая вот штучка, то есть их можно вот так вот закрепить для того, чтобы они никуда там не потерялись, не делись, я так понимаю. То есть, в принципе, ну, для хранения, чтобы не уронить там куда-то лишний раз одну из перчаток, не потерять. То есть две уже будет сложнее куда-то, чтобы пропали. Но вот видно, что прям усиление присутствует, видно, что в местах где-то нагрузки, да, может быть, там от лыжных палок у кого-то, может быть, просто для даже там городского какого-то применения. Я считаю, что, в принципе, интересный вариант. Мне понравилось то, что они, конечно, более объемные сами по себе, все-таки, да, по сравнению с другими Dexshield-овскими перчатками, но они прям ощутимо более крутые по внешнему виду и более теплые. Вот. И вот эти все усиления противоскользящие, ну, классно. Вот. В перчатках можно пользоваться, получается, электронными девайсами. Ладонь. Текстурированная ткань из полиуретана с покрытием вот этим вот из ПВХ получается. Верх ткани это Тослан называется ткань специально, то есть это полиэстер. Ну, так вот по ощущениям он напоминает что-то типа вот такого вот верха палатки даже, да, ну что такое, вот понятно, что водонепроницаемая, вот, но на самом деле чуть вот более приятная, не прям такой какой-то гладко-гладко скользящий, а немножко с
таким вот soft-touch ощущением. Все эти надписи Dexshell, все это классно. 142 грамма у меня получилось по весу. Вот, ну, в принципе, нормально. И, по крайней мере, не ощущается, чтобы это было чем-то тяжелым. Вот, ну и получается, что у нас здесь еще манжеты из тисненного неопрена сделаны. И есть, кстати говоря, регулировочка. То есть, смотрите, вот у нас получается, здесь есть возможность тоже дополнительного крепления, куда-то что-то там продеть, закрепить. И получается, вот здесь у нас есть тоже возможность для того, чтобы более, может быть, легко что-то там продеть, закрепить, если там опять руки, может быть, более крупные, или, соответственно, наоборот, более плотное надевание. Ну и перчатка довольно глубокая, опять-таки, для того, чтобы можно было не переживать, если вы где-то там в снегу окажетесь, то есть, чтобы у вас никуда ничего не заскочило вот в этих перчатках. Перчатки мне понравились, в общем-то, Dexshell — это серьезная фирма, которой я пользуюсь, которая мне нравится, могу смело рекомендовать, и я постоянно пользуюсь шапками Dexshell. Перчатки, учитывая мой южный регион, что у нас вот сейчас в декабре, ну, минус бывал, конечно, но в основном у нас там ночью около нуля, а днем плюс, поэтому как бы перчатки я пользуюсь в году, у нас бывают, конечно, заморозки, вот, но не так много. Ну и, соответственно, у нас рядом, допустим, те же самые горы, вот если в горы выбраться, тогда в перчатке, само собой, must have. Ну а те, кто живет там где-нибудь в центральной части России или, может быть, куда-то еще похолоднее, допустим, да, то, само собой, для вас перчатки, я думаю, что это ежедневная необходимость. И, в общем-то, могу смело рекомендовать, хотя, конечно, я в таких суровых, холодных условиях оказываюсь сам редко, но, на мой взгляд, что водонепроницаемые характеристики перчаток, вот, да еще и теплые, это в любом случае большой плюс. Ну и отражайки мне прям нравятся. Это дополнительная безопасность, почему бы нет? Все-таки больше отражающих элементов вот в этой всей зимней серости. Это мне нравится. Ссылочки на Dexshell.ru, на официального представителя, будут в описании к видеоролику. Пожалуйста, переходите, посмотрите, оцените перчатки, носочки, шапки. Все у них на самом деле мной проверено. Все на очень-очень высоком уровне. Всем огромной удачи. Да, и, кстати говоря, не только на Dexshell.ru, а на украинский сайт официалов тоже оставлю ссылочку в описании. Поэтому переходите, посмотрите. Всем огромной удачи, всем счастливо, всем пока.